Так, всем привет, у меня на канале. Начал собирать кардан с переднего, ну, рулевое управление. Так, это у нас так вставляется и так самоцентрирующийся подшипник. Но у нас вот эта часть где-то на миллиметров 5 отверстия не входит. И здесь по 3 миллиметра не входит. Пошли на фрезу. Да, конечно, ребят, я не токарь. Весь в мусоре. По столу везде мусор. Очень долго, 2 часа, делаю вот эту заготовочку. Ну что, вот, ребят, вот что получается. То есть из этой отверстия вот такое мне уменьшить, ну, по диаметру тоже уменьшить. А здесь основная мне остается, которая мне надо. Ну и здесь убрал все эти. Видите, немножко косачил, накосячил. Не зажал сильно, соскочило маленько. Вот. Так что я не сильно такой токарь-то. Еще. Так, а эта прокладочка типа шумоизоляция. Она будет между кабиной внутренней и наружной. То есть, вернее, в кабине. Наружнее это. Этот подшипник станет здесь. Погнали.
Прокладочка готова. Да, готово. Готово. Карданчик. Так. Будет выглядеть. Ну и, соответственно, этот разберется, зачистится. Будет также собран, только здесь другой подшипник. Здесь будет вот такой подшипник, тоже самоцентрирующийся. Ух ты, все так жестко. Ну-ка, давай попробуем его расшевелить. Ходит, но жестко. Так. Есть здесь. Так, зажал. Так, все, и он никуда не денется. Тоже будет так же. Так, еще я взял. Так, вот такие подушки, резинки. Это пойдет на переднюю подвеску. Поскольку я не нашел, я вот эту часть вот так отрежу, выкину. Мне нужна будет вот эта часть. Смягчайся, а то у меня вот эта вся потрескалась и рассыпалась. Так. Две штучки. Да, одинаковые. Все. Вот такие штучки будут у меня. Берем следующий кардан и отрезаем все лишнее. Так, это придется все мыть. Все мыть придется. Так. Ну, с краской не полезет. Сейчас мы чистим красочку.
А потом при сборке опять покрашу и все. Мне нравится, вот сейчас наждачечка, уже всякая есть, вон она, на поролон наклеенная, наждачка такая, это наждачка, и с этой стороны наждачка, плотно прилегает. Попробуем. Так, ну что, теперь с помощью болгарки на остальные молотка получились у меня вот такие отбойные резиночки, которых мне не хватало в передней подвеске. Будут новые резинки, это металлолом. Итак, друзья, по сегодняшнему дню итоги, как бы, получается. Два подшипника, две резинки. Нашел быстро в интернете, но ездил долго. Пробки, очень сильные пробки у нас в городе сегодня были. В общем, нашел, приехал, проточил часа два. Блин, токарка это, видимо, не мое. Такие дела. Но будем продолжать завтра, сегодня уже темнеет. Две резинки, это буду я потом ставить, когда попробую пружины. Он поставил сильно жесткие, но это надо прокатиться и посмотреть. Потом, может быть, я сделаю их послабже и заодно поменяю вот эти резинки. Главное их сейчас не потерять, как говорится. Так, что там еще? У меня что-то спрашивали по стриму, хотят стрим, чтобы я сделал. Но поскольку у меня сейчас пока нет компьютера, ну я так-то есть идея провести стрим, но пока не до него. Пока у меня в голове сейчас сосредоточился на запустить и прокатиться. Я думаю, что вы тоже хотите увидеть, как он прокатится. Ну и делаю потихоньку. Особо не спешу. Как говорится, не спеша, все продумать надо еще. Ну и еще не хватает передних дисков, вот к 38 резине, я уже спрашивал. Радиус 20, сверловка 6 на 139,7, вылет нулевой. Если, может быть, у кого-то есть, валяются, посмотрите, может быть, не надо, то буду очень рад. Так. За карданчиками я съездил к Сереге завтра, возможно, послезавтра. Ну, посмотрю еще. Сейчас, завтра я еще хочу поделать. Погода может установиться, потеплее будет. Колеса не ставлю, покрасил, потому что погода не дает им высохнуть. Ну, как бы они высохли, я их перемещаю, но что-то будет бортовать или что, она сразу облезет. Жду погодку, будет там сейчас вот плюс 18, плюс 22 обещают. Я думаю, день-два еще как бы есть у меня. Ну и что еще? По карданчику я сказал, да, что мне надо еще один съездить. Даже два брать у Сереги. Один болтается. И пружинку у Сереги еще взять. Ломаную. Это ломаная, она будет чуть послабже. Не забыть тоже, бля. Ну и все. На сегодня вот как-то так все получилось. Всем удачки. Давайте, счастливо.